Свои 7 Вова Толякевич уже является студентом Брестского государственного университета имени Пушкина. Правда, не совсем обычным. Сразу же после уроков мальчик отправляется в мини-универ. Новый центр сопровождения досуга, организованный педагогами двух факультетов вуза. Сюда он приходит регулярно и с большим удовольствием. Мне тут очень нравится, да. Я прихожу сюда, да, после школы, сразу после уроков я еду домой, поем и дальше уже вот. Подобный центр первый и единственный в стране. Новая образовательная площадка была создана и разработана с применением особых технологий обучения. Программа включает уроки иностранного языка, интерактивное занятие по логике, мастер-классы в кабинете для творчества. Особое внимание уделяется созданию психологически гармоничной обстановки, чтобы каждый ребенок чувствовал себя здесь уютно. Работа проходит в небольших группах, поэтому достаточное количество внимания получит каждый малыш. Существуют целые программы методические. Конечно, мы не используем все программы целиком. Опираемся на те пункты программ развивающих, которые были бы приоритетны для каждого из детей. Новую технологию проведения досуга уже успели оценить и родители детей. Постоянная занятость на работе не всегда позволяет мамам и папам уделять достаточное количество времени процессу дополнительного совместного обучения, что успешно восполняют педагоги центра «Мини-универ». Очень удобно, что можно привести в любое время ребенка. Очень радует, что есть своя площадка для игр на свежем воздухе, которая полностью отгорожена, то есть можно не волноваться за ребенка, что он дышит хорошим воздухом без машин. Посещают университетскую продленку школьники 1-4 классов. Каждый родитель вправе самостоятельно выбрать набор необходимых его ребенку дисциплин, а также определиться с графиком посещения. Специалисты центра, кандидаты педагогических и психологических наук, обеспечивают условия для успешного интеллектуального и социального развития школьников. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».